человек с крайне противоречивой внешностью. Вот если вы снимете с него его главного четвероногого друга, Пёсика, он же, у него лицо героя, но душа мягкая. Как говорят, опыт не пропьешь. Оно с годами приходит иногда. Он играл то неуклюжего волшебника, то бабу-ягу, то снеговика. Дым зимой не плачет, вам заплачет, если с неба, если с неба, если с неба, хуй жаркий ручит. Леньков взрослел. Вместе с ним взрослели и роли. Извини за уши. Вы хотя бы имя мое запомнили, прежде чем делать мне предложение. Вот я не ругайся. Ну, я тебе про что и говорю. Он очень помогал людям. А вы знаете, даже в бытовых мелочах. Кто-то заболел, я вот тебе сделал это. Он привозил страхи свои и варенье, и какие-то соленья. Он всегда ухаживал за пожилыми, одинокими актерами. Варенье вот еще надо добавить. Я так думаю. Ай, хорошая, сам бы ел, да давай бы добавлю. Кому гавкаешь, мать твою? На вызове, шлора. Герои недотепу. В детстве Толя... Варенье-то хорошее-то. Хорошее, сладкое. Ну да и ладно. Женским голосом. Виделся. Ее толпой, ну нет. Вот Винни-Пух, которого все обидели, в котором просто хочется еще... Объединение. Сохарилась маленько. Ну ничего. Ну так, для вкусу. Чтобы брашка была вкуснее. Вот как вот ее оттуда выцарапать? Такая вкусная брашка будет. Импровизированный после спектакля. И с вареньем брашка будет. Ай. Расти, разбиваться. В конце концов, невезучего артиста, невеца, все же услышали. И через несколько лет послали ему звездную... Я уже 43 года. Анатолий Равикович. Кому гавкаешь, собака, не гавкаешь. И после его смерти случилось то, чего он всегда так боялся. В газетах написали: не стало Анатолия Равиковича, создавшего образ инфантильного недотёпы Льва Хоботова. Когда мои ноги устают, мне помогают капли эскузан. Эскузан от 5 симптомов. Аша любит самокат, потому что любит приносить людям радость. А Ася любит самокат, потому что любит, когда все вовремя. А если вы любите бонусы и быструю доставку, скачайте приложение самоката, войдите по Сбер ID. Это такой жизни укрепляет здоровье костей, волос, ногтей и зубов. Кстати, всем на разный этапах жизни. Нужен дом. Дом Клик. Сервис недвижимости номер один. С нас выгодно подарочный период. Пятерочка снова выручает. Регистрируйте чеки и выигрывайте.
Есть Today. Вот это будет праздник. Вот это будет праздник. Стрелять будешь готов уже. Сейчас мы ее тепло только поставим. А тепло у нас тут рядышком. Эх, мать ее идти. Тепло у нас рядышком. Универсальный размер подходит для любой полноценной. Цене одного всего за 999 рублей. Звоните по телефону или заказывайте на нашем сайте liamax.com. Брага будет теплая. А брага теплая, 3 дня именинница. Закройте счеты и документов. Неделю простоит уже, может, на самогон гнать. А мне одному хватит, на месяц -то точно хватит. Китайские, правда. Как раз про молодежь там собирались снимать квартиры, и они ассистенты приходили. Я как испанский летчик. За что не выходит, везде все сгорит. Они обратили на Валеру внимание. Им был нужен именно такой простой паренек с пролетарской внешностью. Так 17-летний Валера первый раз мелькнул в кино, сыграв персонажа по прозвищу Нос. Нос, поставляй свой рубильник. После дебюта на большом экране оказалось, что таких типажей советскому кинематографу... Всем привет! Я сейчас завожу тесто. Хочу постряпать пироги с капустой. Давно мы их не делали. И сегодня еще сделаю рассольник.
Сейчас тесто нужно завести, подождать, пока оно поднимется. Ну и буду готовить начинку. Так. Еще нитки. Маруся. Растянулась какая.
печи у меня жарко. Поставила томиться мясную косточку на каминку. Потом ее переставлю. Мешаем. Thank you.
Друзья, всем огромный привет! Сегодня вновь занимаюсь стройкой. Погода сегодня хорошая, даже временами светит солнышко. Сделал небольшое окошко, форточку, которая открывается. Сделал для нее рамку и прихватил ее на уголки. Мне еще остается немного обшить стену. И потом уже буду делать ворота. Ворота я буду делать большие, с тем намерением, чтобы у меня туда пролазил целый рулон сена. Чтобы его потом не отметывать на улице и уже потом заносить в сарайку сена. А чтобы целиком его закатил и быки уже сразу же ели, чтобы потом не делать лишнюю работу. Добавим еще немножко огуречного рассола, чтобы было вкуснее. Все дрова прогорели, остались одни угли. Сейчас сгребаем их за гнету и можно ставить чугунок. Хорошо подчищаем. Thank you.
сейчас начинаем готовить начинку для пирогов. В миску я уже нарезала лук. И сейчас насечем квашеные капустки.
тоже помахал, она мне раз это и чекушку. Я говорю, такие иду, бегу. Ленка что-то окна закрывать. Я говорю, подожди, Лен, мы еще не поговорим с мамой. Ну вот и поговорили потихоньку. Ну. Рассольник у нас потомился, можно его убирать. Ставим его сюда в стороночку, чтобы он не мешался. И будем ставить пироги. Жар сейчас хороший. Первый пирог он у нас уже приподнялся. Закрываем заслоночку. Посмотрим, что у нас с рассольником.
Пора доставать пироги. Какой аромат. Первый пирог. Хорошо, подрумянился, поднялся. Двинем. И второй. Сейчас их смажем маслицем. У нас сегодня картонный пирог с квашеной капустой. Вкуснятина. И капустка много дала сока. Угу. Катя давно его уже хотела постряпать. И у нас сегодня еще рассольник. Тесто получилось прям мягенькое такое. Угу. Капуста много сока дала. Мне вот все-таки больше нравится с соленой или со свежей капустой пирог. Ну, еще немножко надо было его поджарить. Ну, 10 поставить. Ну, у тебя тут вот подзажарить себе получился. Да, он ближе к углям стоял. Ну, тут с корочкой там тоже хрустящая. Угу. Ну, он такой более мягкий получился. Мягкий получился, ага. К углям поближе, оно всегда быстрее готовится. И даже можно местами там менять в процессе. Вроде рядом стоят, а все равно. Этот такой более бледный, а тот зажаристый прям.